Когда ищешь себя, ты создаешь себя. Когда создаешь себя, ты должен быть уверен в своих силах. Когда ты уверен в своих силах, это дает тебе победу. Спортивное питание «Виктори». Твои победы каждый день. Кирилл Терешин. По-моему, уже ленивый или совсем мертвый сейчас не хайпит на его имени. Ну и я тоже решил не стоять в сторонке. Тем более, что первое мое видео собрало уже почти 2 миллиона просмотров о нем. Возможно, не все из вас помнят, где-то полгода назад я снимал видео под названием «Мутант, о котором вы еще не знали». Видео посвящалось Никите Ткачуку. Его тоже ассоциируют с использованием ментола зачастую. Так вот, сегодня я решил связаться с Никитой и узнать у него, что же он сам думает о таком феномене, как наш Кирилл, звезда всего Рунета. Планета, в принципе, перенаселена. Естественный отбор, намекаешь на это? Сколько народу, если честно, пишет мне в Инстаграм, что я какой-то не такой, что во мне там... Действительно, вот ты упоминаешь, что тебе часто пишут в личку, обвиняют хейтеры, там, что вот ты тоже используешь ментол. Тоже бывает, бывает. В основном пишут не в личку, в основном пишут в комментарии, я бы сказал. Ну, это сугубо ихнее мнение, я не буду его ни одабривать, ни оспаривать. Как каждый считает. Что я могу сказать о Кирилле? Наверное, это не хитрый проект мастонов, возможно, им предложил какой-то барыга тем самым прославиться, и, я так понимаю, он сам продает этот товар и разбогатеть. Последнее, что я слышал, он говорит, что у него бицепс, по-моему, 56 сантиметров. Почему я тебя спросил, какой у тебя? Но он говорит, что он хочет, говорит, это говно, 56 это вообще ни о чем. Он говорит, я хочу 65 как минимум. У меня обхват руки самый обычный, 58 сантиметров. Если я вообще стараюсь сейчас прожиматься, держать минимальную форму. Вот вес у меня, допустим, сейчас 32-34 килограмма. Так ты можешь нам показать замер? Я могу показать бицепс. А сантиметра нет? Замер я просто сам не сделал. Поверим тебе на слово, поверим. Короче, не хочешь ты зарубиться с Кирюхой по размеру бицепса, вселенскую зарубу устроить не хочешь, да? Не конфликтный ты. Слушай, я боюсь проиграть. Да, там парень отчаянный. Он говорит, что следующий этап у него, скиньте вот мне немного денег тут по донатике, и я, короче, начну работать над плечами. С утра до вечера будут херачить инъекции только в плечи. Потом у него там трапеции, потом у него клыки он хочет нарастить, покрасить волосы. Ну, видишь, он... Видимо, как-то этим зарабатывать деньги, удачи ему, в принципе, я не знаю, для чего он показывает, какой он дебил. Ну, на мой взгляд, это лично мое мнение. Я как бы, может, парень умный, если посмотреть на Шпарков, он тоже выглядит как дебил, но человек на самом деле не самый глупый. Ну да. Он умеет зарабатывать деньги, причем умеет зарабатывать деньги так, как никто другой, сидя просто на жопе. В общем, все говорят одно. Берись за голову, потому что кирдык будет твоим рукам, и до Нового года и отрежут тебе все, и гангрены, и заражения, и закупорка капилляров. Его этот вопрос, мне кажется, тоже очень сильно беспокоит, синюшность рук, и вот это все, но он как-то опускает, смотря на людей, которые были до него, то есть мексиканцев там всяких вот этих, он же, у меня такое ощущение, что он к чему-то такому стремится. Я переводил несколько роликов таких, и там заканчивалось все очень плачевно. Там чувакам реально отрезали куски мышц там и все. В общем, я твою позицию понял. Надеемся, что все-таки он образумится, этот парень, о котором мы сегодня говорили. Давай, увидимся еще, счастливо. Давай, спортфаза. Пока, Никитос.